Здравствуйте, Руслана Максименко. Я отвечаю сейчас на ваш вопрос. Хочу задать вопрос об использовании косметики. Раньше я ярко носила косметику, а сейчас приходят мысли, что христианка не должна использовать косметику, что Богу это не нравится, что важен духовный рост, что надо любить и принимать себя такой, какой и меня сотворил Господь. Понимаю, что, находясь на сцене, без этого не обойтись. Допускаю использование грима, макияжа, но в жизни важно не переборщить. Когда я вижу верующую с ярко-красной помадой, вызывающей одежде, мне кажется, что это дух блуда проявляется. Это осуждение. От косметики я пока полностью не отказалась. Крашусь скромнее, но мне кажется, что это грех. Может, это религиозность, а может быть, это Господь заложил в нас желание казаться красивее и украшать себя. Помогите разобраться мне в этом вопросе. Спасибо, Руслана, за вашу откровенность. На самом деле здесь есть что пояснить, потому что вопрос внутреннего мира, он очень важен здесь, мотивация, с которой человек прибегает и к косметике в том числе. Если косметика для того, чтобы выглядеть не такой, как я себя ощущаю внутри, то вы все равно не будете ощущать себя комфортно, хоть в косметике, хоть без нее. Но тогда, когда вы знаете, кто вы, и знаете, что вы, в общем-то, и одеваетесь-то, и себя приводите в порядок, не всегда даже для себя, а вас видят окружающие люди. И поэтому, чтобы им было приятно на вас смотреть, чтобы им было приятно с вами проводить общение, то важно, чтобы ничто вас их не отталкивало. Что касается вызывающего внешнего вида и вызывающей косметики, это больше и чаще говорит не о блуде, о котором вы сказали, потому что у самого духа блуда есть основание, заложенное, как правило, в отверженности, в заниженной самооценке. Вот куда отправляются эти корни. И поэтому там есть смысл не осуждать, а помочь человеку с этим разобраться, обнаружить себя глазами неба, увидеть, кем Бог сотворил человека изнутри. Ведь часто очень даже молодые и красивые девушки себя таковыми не видят и не воспринимают, потому что кто-то надломил их взгляд на себя. И, как правило, это бывают отцы, потому что от них очень много зависит, как формируется оценка девочки в семье. И поэтому, если сегодня вы видите подобных людей, то пусть они в вас больше вызывают сострадание и желание помощи. И тогда, когда вы сами можете просмотреть в рубрике «Помощь для вас» у нас на сайте, как освободиться от заниженной самооценки, как выйти из одиночества, из отверженности. И, может быть, это и в вас какой-то отклик найдет. И тогда вы сможете понять и другого человека. Господь, Он не против того, что мы можем украшать себя. Он вообще, наоборот, был инициатором всякого украшения. И вообще гармония, красота – это в Боге. И мы не то, что мы можем быть недовольны собой, и это, с этим надо работать, потому что это как раз самооценкой-то и связано. Но мы же и становимся старше. Естественно, внешность, она будет ветшать. Если можно ее как-то поддержать в свежести, почему нет? И пусть вас это не держит в грехе и в помышлении, что вы грешите, потому что мотивация сердца здесь будет определяющей. И если вы живете с мотивом не потому, чтобы вам всех увлекать за собой своей красотой, вот он неправильный мотив, где лежит. Либо вы соперничаете с кем-то, вот это неправильный мотив. Но если вы просто хотите быть приятной в общении и выглядеть так, чтобы люди, глядя на вас, не отвлекались ни на что постороннее, а наоборот видели то, что радует их глаз, это нормально, это приветствует Господь, потому что Он нас тоже сотворил красивыми, и старение не было в Его плане от начала. Это уже грех привнес эту природу в нас. Поэтому я желаю, чтобы вы действительно освободились от духа религиозности. Я не совсем знаю ваше окружение, но предполагаю, что там есть люди, которые помогают вам так начать мыслить. Если же это так, то вы просто начните смотреть на то, как Бог реагировал на красоту, и когда Он даже сказал, чтобы из Египта забрали украшения, когда они уходили, и драгоценности, как плата за их многолетние труды, которые вознаграждались очень несправедливо. Потому что Бог был инициатором этого, но когда они из этого сделали идола, вот где проблема. Поэтому что мы с этим делаем и какую мотивацию туда вкладываем? Благословляю вас и ваше сердце быть открытыми для Божьей красоты, гармонии и помощи другим людям.